Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Более 11 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг. Как сообщает информационный центр правительства Москвы, обследование проводится по 6 наиболее распространенным видам рака, уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, более 100 человек с подозрением на онкозаболевание были направлены на дополнительные обследования. Всего в акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, приняли участие около 3000 женщин и 8000 мужчин. Москвичи смогут пройти онкоскрининг 15, 16 и 20 февраля. Для этого необходимо иметь полис ОМС города Москвы. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!